Лондон, университет менеджмент консалтенси. И ты мечтающая о свободном разговорном английском, как и твой родной русский язык. Звучит знакомо? Я Анна, и я знаю это чувство, как свои пять пальцев. Переехав в Лондон, я столкнулась с языковым барьером, хотя всегда считала, что у меня крутой уровень. Слышать английский вокруг – это одно, а вот говорить, мыслить, творить на нем – совсем другое. В кругу русскоязычных друзей я вела социальные сети на русском языке, и это создавало языковой вакуум. Я была в куполе, я понимала, мне нужна система, которая погрузит меня в английский язык, одновременно развивая мои профессиональные навыки. И тут я нашла English Dive In – международную лицензированную школу, которая стала моим спасательным кругом. Программа Deep Dive – это tailor-made курс, где преподаватель подбирает материалы на интересные для меня темы и берет за основу различного рода статьи из McKinsey, Harvard Business Review. Недавно я готовилась к финальной презентации в университете и осознала, что всего за несколько месяцев обучения уверенность в себе выросла, а результаты стали очевидны. С English Dive In я не просто учу английский, я живу им через свою профессию. А также преподаватель дала мне рекомендацию челленджа, суть которого – месяц без родного языка. В соцсетях, в университете и даже с друзьями. Должна признаться, с друзьями было довольно сложно договориться, но они очень поддержали меня, и этот челлендж запустил процесс мыслей на английском. Хочешь также? Присоединяйся к English Dive In и погружайся в язык с профессионалами.